Мангистауской области насчитывается более 30 семей, связанных не только родственными узами, но и службой в органах внутренних дел. Нередко общая профессия помогает будущим супругам познакомиться со своей половиной. Международный праздник – День семьи. Мои коллеги навестили семью полицейских Саламата Римбай и Умиды Тулегеновой. Саламат Римбай работает в органах внутренних дел с 2015 года. В 2019 году окончил Карагандинскую академию МВД по специальности следователь. Сейчас Саламат является оперативным уполномоченным в отделе криминальной полиции города Актау. Я не жалею о том, что выбрал профессию полицейского. Работа очень ответственная, временами бывают сложности. Но при любых обстоятельствах мне помогает моральная поддержка моих родителей и моей супруги. С будущей женой Саламат часто пересекался по службе. Работа в одной сфере, в одном управлении внутренних дел, сблизила двоих молодых людей. Саламат говорит, что сразу разглядел в коллеге родственную душу. Выпускница Алматинской академии МВД Умида Тулегенова работает в органах правопорядка около 9 лет. Дослужилась до звания капитан полиции. Они познакомились в 2018 году. В марте следующего года сыграли свадьбу. Сейчас они воспитывают двоих детей, 3 и 4 лет. Впервые я надела форму в 16 лет, когда поступила в Академию МВД. С детства увлекалась такими видами спорта, как волейбол и армрестлинг. И когда отец предложил мне выбрать профессию сотрудника правоохранительных структур, я долго не раздумывала. И с тех пор не было ни одного дня, чтобы я пожалела о своем выборе. Работа полицейского отнимает много сил и энергии. Зачастую сотрудников УВД переводят на усиленный режим несения службы. Времени на воспитание детей становится меньше, и тут на помощь приходят родители Саламата, Жексенбай и Раушан Амановы. Они с удовольствием присматривают за внуками, посвящая им все свободное время. Конечно, в работе полицейских бывает много трудностей, и все-таки они справляются, успевают выполнять и свой служебный долг, и родительские обязанности. Мы уважаем их выбор. По мере возможности стараемся оказать им поддержку. Бывает, что надо отвезти малышей в детский сад или забрать их оттуда. В этот праздник, День семьи, хочу пожелать всем мангистауцам счастья, крепкого здоровья, успехов в работе. Как известно, главное в любой семье – это взаимопонимание и взаимное уважение. Для Саламата и Умиды, помимо всего прочего, есть еще одна точка соприкосновения. Это общая задача по пресечению правонарушений и обеспечению безопасности в обществе. Надо полагать, что данное обстоятельство помогает молодым полицейским с каждым днем укреплять взаимоотношения и поддерживать тепло в семейном очаге. Ирдос Кужантайлы, Надиржан Спандияров, Дидар.